Адвокат Вадим Никулин, защищающий права пострадавшей стороны по делу актера Михаила Ефремова, неожиданно умер. Андрей Алешкин заявил, что о смерти коллеги узнал случайно. «Я позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие». Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память. «Мы легли спать вместе, а проснулась я одна. Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить свою скорбь», признался правозащитник. Причина смерти не уточняется. Андрей отметил, что Никулин был хорошим адвокатом, примерным семьянином и отличным человеком. Так что непонятно, по каким причинам умер адвокат Вадим Никулин, который защищал потерпевшую сторону. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.